Добрый день! Меня зовут Панкова Юлия. Я являюсь руководителем отдела патентования юридической компании Юрвиста. И сегодня на нашем YouTube-канале мы поговорим о том, что мы приготовили для вас, а именно о новом приложении компании Юрвиста. Многие из нас сейчас выбирают экономию времени и энергии при покупке онлайн-товаров либо услуг. Так как заказ вы можете сделать в любое удобное для вас время, не отталкиваясь от работы учреждений и не взаимодействуя напрямую с третьими лицами. Ранее мы неоднократно рассказывали о том, что же такое товарный знак, какие виды бывают товарного знака, для чего он необходим и что такое регистрация товарного знака. Теперь я расскажу вам, как получить данную услугу через наше приложение. Шаг первый. Скачать приложение и ввести свои данные. При скачивании приложения вам будет предложено ввести свои данные. Для начала номер телефона. Далее у нас появится карточка пользователя, и вы сможете уточнить данные компании или физического лица для дальнейших отношений с компанией. Например, для подготовки договора или счета, а в дальнейшем и для подготовки заявки на товарный знак. Дополнительно, ровно в центре страницы для вас будет доступно поле «Онлайн-консультация», что позволит внести ясность и прояснить интересующие вопросы перед началом работы со специалистом интересующего отдела. Шаг второй. Выбор отдела и услуги. После регистрации в системе вы попадаете на стартовую страницу. В самом низу страницы есть отделы компании, которые оказывают юридическое сопровождение бизнеса, в частности и отдел патентования. Нажав на значок патентования, вам будет представлен обширный перечень услуг, но в текущем видео мы будем говорить о поиске товарного знака. Вы выбираете соответствующее поле «Поиск товарного знака». Перейдя по вкладке, вам станет доступен заказ, который вы сможете оформить в любое удобное время. Ваш заказ будет находиться в обработке непродолжительное время, после чего за вами лично будет закреплена не система, которая автоматически отвечает на вопрос и не дает конкретики, а реальный юрист с должной квалификацией, имя которого отобразится в поле «Специалист». В разделе «Заказ» вам доступно отслеживание статуса, например, квалификации или отправлено КП. Означает, что вам нужно проверить чат. Вам пришло письмо. Шаг третий. Общение в чате. Общение в чате заказа будет производиться со специалистом напрямую, где вся ваша переписка будет сохранена, и вы в любой момент сможете обратиться к ней. Для начала специалист уточнит, как вам комфортно вести дальнейшее общение, через чат или потребуется звонок. Далее направит вам анкету для заполнения. В ней будет содержаться запрос информации о: первое, данные компании или физлица, если они не были представлены ранее. Второе. Визуал вашего логотипа. И третье. Перечисление видов деятельности компании. Этого будет достаточно для того, чтобы начать предварительную оценку по товарному знаку, по итогу которой вы получите предварительный отчет, и вы уже сможете определиться с началом работы с компанией. Шаг четвертый. Заключение договора. После принятия решения о заключении договора специалист подготовит для вас договор и направит в чате всю интересующую документацию для заключения. Ваш статус изменится на «Выставлен счет». И дополнительно во вкладке «Счета на оплату» вы увидите новый счет, который необходимо оплатить как раз-таки для начала работы. После изменения статуса на «Оказание услуги» специалисты начнут готовить для вас полную проверку по вашему логотипу. Шаг пятый. Представление отчета. После проведения проверки и анализа вашего товарного знака на соответствие критериям регистрации товарного знака, специалист направит вам отчет по товарному знаку, в котором будет содержаться полная информация по знакам, которые потенциально могут препятствовать успешной регистрации. И дополнительно наши ценные рекомендации по процедуре внесения изменения в обозначение. Шаг шестой. Завершение работы. При завершении работы мы с вами создаем новый заказ «Регистрация товарного знака». Предварительно направим вам акты выполненных работ. Однако вы в любой момент сможете обратиться к данным заказа, а именно документам, комментариям специалиста для актуализации работ. Если вы обращаетесь от лица компании или поручаете вести дело производства вашему сотруднику, не переживайте, что данные пропадут вместе с ним в случае его увольнения, так как это бывает в личной переписке либо электронной почте. А в случае изменения ответственного лица в заказе мы передадим права на управление вам, и вы сможете посмотреть всю текущую переписку со специалистом. Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что обращение в компанию через приложение поможет сократить время
при пересылке и обмене данными со специалистом, аккумулировать всю переписку в одном чате, сохранить данные, которые останутся у вас навсегда, держать оперативную связь лично с юристом напрямую, без посредников или менеджеров. Мы, в свою очередь, будем рады видеть вас в любом из форматов взаимодействия, как онлайн, так и офлайн. Удачи вам и вашему бизнесу! До скорой встречи!